Итоги масштабной кампании по ремонту дорог, подготовке к отопительному сезону, а также ряд других вопросов обсудили в администрации на очередном заседании Совета ТОС под председательством главы города Алексея Гонькова. Ремонт дорог и грядущий отопительный сезон. Традиционно это самая актуальная тема, которую обсуждают на Совете ТОС. Также общественники предлагают свои темы для обсуждения и задают вопросы. Мы для этого собираемся, для того, чтобы эти вопросы конкретно задавались, и третье, чтобы мы могли улучшить наши взаимоотношения, наши взаимодействия. Учитывая запросы общественности, первой темой для обсуждения стала кампания по ремонту дорог. Совместно обсудили все, что сделано в городе с начала весны. В рамках нацпроекта 43 объекта из 46 уже готовы. С учетом погодных условий работы по ремонту в городе будут продолжаться. Это в первую очередь ремонт тротуаров. На средства, сэкономленные при реализации ПКАТ, еще в прошлом году отремонтируют значительный участок тротуара на проспекте Победы. На эти средства непосредственно запланированы работы по обустройству тротуара на проспекте Победы. Это нечетная сторона от площади Терешковой до Волоколамского проспекта, проблемный очень серьезный участок. Установка 10 светофорных объектов и установка направляющих пешеходных ограждений. Еще одна важная тема каждой осени – подготовка к отопительному сезону. Это процесс сложный и многоэтапный. Департамент ЖКХ ведет постоянный мониторинг готовности к зиме управляющих компаний ТСЖ и ЖСК. Подключать социальную сферу в городе планируют в ближайшее время. В домах отопление появится при установлении среднесуточной температуры плюс 8 градусов. Следующее заседание Совета ТОС в администрации города должно пройти в декабре. На нем планируется обсудить актуальные вопросы капитального ремонта многоквартирных домов.